Обновишь. Обновлю. Ну все, вот прямой эфир пошел. Так что процесс идет. Угу. Всем привет. Да. Кто там случайно окажется в этом прямом эфире, решили снять внеочередной, коротенький, надеюсь, лайв по поводу отзывов. Вот сейчас у нас, по большому счету, Сергей расскажет, какая там ситуация. И, в принципе, очень много вопросов просто возникает. Сергей сейчас расскажет конкретно в короткой форме, что надо, сколько стоит, куда пойти, что сделать, как сделать. Так что вот так вот. Да, друзья, здравствуйте. Я хочу в первую очередь сказать, что я всем отвечу. Потому что вы тоже поймите, когда с одним или нескольким людьми одновременно переписываешься, не хочется, тратится время, и у них физически просто нет возможности сразу всем отвечать. Может, кому-то подходит наша, как говорится, помощь, кому-то не подходит, такая ситуация. Многие задают много однотипных вопросов. Я хочу их осветить и потом скидывать ссылку на это данное видео. Вы нам присылаете задание. Задание входит. Ключевое слово. Это основа основ. Бренд. Ваш бренд. Print screen товара в поисковой выдаче Амазона. То есть как он выглядит. Ваша фотография. Цена. Какая категория. Это входит в задание. Задание, пожалуйста, присылайте в отдельном файле. Или в PDF. Или в Excel. Кому как удобно. Но желательно, чтобы вся информация была скомпонована в одном файле. Мы переходим по ключевому слову, находим ваш товар. Поисковая выдача Amazon. Ссылки мне не надо. Мне не надо ASIN. То есть многие сбрасывают ссылки, супер URL. Супер URL — это по вашему желанию. То есть если вы хотите по супер URL, нам не проблема абсолютно. То есть вообще нет никаких сложностей. Просто надо ли вам это, чтобы мы переходили по супер URL. Мы находим ваш товар, добавляем виш-лист, шоп-лист. Задаем вопросы. Некоторые не задают вопросы. То есть и делают это все. У нас все аккаунты живых людей. Я просто хочу, чтобы вы поняли, это человеческий фактор. Это как и плюс, так и минус. Это делают не машины. У нас нет ни одного левого аккаунта. Я отвечаю за свои слова. Мы все делаем через аккаунты живых людей. Кто-то уходит от нас, кто-то приходит, кто-то согласен, кто-то не согласен, кому-то надоедает. Это постоянная текучка. Нельзя сказать кадров, но постоянно люди меняются. У нас есть, да, постоянно. Есть, у нас там группа есть, самые, грубо говоря, ответственных ребят, которые всегда на связи, всегда ответят в течение часа, полутора. И мы задаем вам вопрос, и после того, как вы отвечаете на вопрос, мы делаем выкуп. После выкупа товар идет, да, на адрес. Может, не факт, что этот товар идет на адрес Украины, потом форвард. Они идут на адресы там, друзей, знакомых. Вы можете свой адрес дать, без проблем. Через 2-3 дня после доставки мы пишем отзыв. Следующий вопрос. Отзыв может не протянуться модератор. Он может не вернуться с модерации. У нас отзыв один с модерации вернулся через 2 месяца. То есть его делали где-то в конце ноября, даже раньше, значит, в середине ноября. И он только после Нового года вернулся с модерации. И это факт. Наши отзывы тоже Amazon удаляют. Это действительно так, поэтому тут нечего говорить. И из 10 отзывов, да, выкупов, проходит 8-9. Из моих отзывов у меня, по-моему, 2 удалили. Кстати, один на Дениса Товарова удалили. Как ни странно, делали все, грубо говоря, в лучшем виде. По заданию и тому подобное. Поэтому, чтобы это... Да, это риск, чтобы вы понимали, это риск. В любом случае, мы нарушаем, да, правила Амазона. Но это все делают живые люди, скажут со своими индивидуальными поведенческими характеристиками, ищет товар тогда, когда ему удобно. Мы не раздачи, мы не делаем заданное количество раздач в определенный отрезок времени. Мы делаем это так, как удобно ревьюерам, как удобно людям. И это как бы тоже плюс, потому что кому как удобно, тот тогда и делает. И тут нет систем. Они системы, значит, роботам тяжелее как бы нас увидеть, заметить и тому подобное. Поэтому, чтобы вы понимали, такая ситуация. Ревьюеры не только со штатов. Многие спрашивают, со штатов у вас, давайте только со штатов. Нет, мы не делаем отзывы ревьюерами только со штатов. Мы делаем тех, кто у нас свободный, кто менее загружен,
кто давно не писал, и тому подобные отзывы. То есть вот, в принципе, так все выглядит, чтобы вы понимали. Там принципе, более какие-то... Основа самые... как бы этого всего нашего... Расскажи более, знаешь как, подробно именно там, в день сколько мы можем сделать отзывов, какое количество максимально в данный момент плавает. Ну, то есть вот эти вот конкретные вещи. Не, ну в день, ну я же говорю, мы как сервис такой нет, что в день мы там покупаем по 2-3. То есть вот тогда там люди, то кому корзину мы собираем? В среднем. Что? Средний выкупов, сколько денег мы сейчас можем сделать? 3, 2, 1, 10? Кому-то срочно надо там, ну вот я вот это спрашиваю. Какие-то конкретные показатели. Что, сколько максимально за день мы можем сделать? Ну, просто вообще товара? в среднем, как правило, получается. Ну, 2-3 можем. Ну, когда вот сейчас вот там мы делали, что там 6 дней подряд по товару, сейчас, допустим, пауза, там, следующий, там, есть понедельник, вторник, там, люди меняются, стараемся людей менять, тоже знакомимся с новыми людьми. Поэтому тут все настолько, все, ну, нет систем. Поэтому такая вот у нас процедура. Все понятно. Если у кого какие-то вопросы есть, пишите, в любом случае мы ответим. Я хотел дополнить. Да, многие спрашивают, как, что потом подтверждение. Я высылаю номер заказа. Подтверждение того, что это выкуп от нас. А еще многие спрашивают, как делать, если я еще не индексируюсь по ключевым словам. Но не находят меня, не видно, Амазон меня не выдает из выдачи. Мы первые 3-5 выкупов делаем переход с Инстаграма. Потому что с Фейсбука, как говорят, и делились ребята, в Амазоне очень любят, когда переходят на товар с Фейсбука. Поэтому мы всем рекомендуем делать страничку рекламы в Инстаграм. Самую элементарную. Вы кидаете нам ссылку, и мы с ней переходим на Амазон, как с рекламы. Делаем так 3 выкупа. Товар, ну, деньги снимает Амазон, товар начинает индексировать ваш товар. И мы уже ищем по ключевому слову. Хоть вы там на 100-й странице, на 50-й, там, ну, находим у вас товар. Поэтому вот такая. И я еще думаю, было бы неплохо, если человек, который заказывает, соглашался там тоже там 2-3 отзыва сделать на наш товар. Ну, на товар любой. То есть ему как бы и нам помогает, и самому ему интересно. И тем самым разбавляем еще большим количеством людей. Но у меня есть еще помощник, я хочу сказать. Я взял парень, можете, Виталий Заяц. Он тоже у меня есть в друзьях, тоже вот помогает, взял на себя часть. Ну, работы этой, потому что, ну, большой объем. То, что если можете ему писать, если там я долго не отвечаю, можете ему написать, он ответит. То есть, ну, он помог с нами вместе. Не сомневайтесь, потому что многие спрашивают, он точно с тобой? Говорю, да. Просто получается бизнес такой сомнительный, суеты много, в первую очередь это именно для продвижения, для сервиса, а не для зарабатывания денег. Можем сразу сказать, и кто делает автоматизацию, и кто делает объем, там качество падает значительно. Мы на данный момент получаемся как в ручной работе и супер дешево. И когда мне недавно написал человек, а можно еще дешевле, то есть сейчас на данный момент стоимость товара $6 плюс 6% от общей стоимости. Да, 1,6 коэффициент. Вот. То есть получается ситуация такая, что если вы по-старому посчитаете, при 50% в среднем были, нам писали отзывы, то, грубо говоря, примерно по этим же деньгам получится. Дешевле не будет, дороже будет. Да, говорит, когда... зачем там процент спрашивает, что за 6%, зачем, а почему вы их берете? Ну, мы скоро возьмем, будем $10 просто брать. Давайте 2, там, без процента, давайте там, 2 отзыва. Ну, тоже, работы, грубо говоря, ты на 2 отзыва потратишь столько же, сколько и на 5. Поэтому стараемся минималкой 5, чтобы вы тоже понимали. Нет, мы не стараемся, а просто берем минималкой 5. Да, и вы то. Тоже поймите, друзья, что... Мы если уже, как говорит, там не отвечали, еще что-то. То есть я постоянно на связи, физически не могу. И мы уже и отвечать, и обрабатываем заказы. И те, кто уже, грубо говоря, с нами сотрудничает, у них тоже очень много вопросов возникает в процессе нашей деятельности. И им тоже надо уделить время. Потому что тоже человек потом раз не ответит, а он тоже скажет, что это за дела. Я с вами работаем, а мы никуда не пропадаем. Этот факт. Деньги мы вам ваши вернем. Мы, человека были сложности, мы вернули ему деньги. То есть никто не может сказать, что мы деньги не возвращаем. Деньги или мы вам перечисляем обратно вашу карточку или на PayPal, куда скажете. Или же мы выкупаем товар
выкупаем весь ваш товар. То есть деньги ваши вам вернутся в любом случае. Это очень редко так меня бывает, в любом случае. Денис вернет, если я где-то пропаду или еще что-то. Потом то уже такое дело. Но деньги ваши никуда от вас не уйдут никуда. Это что вы просто понимали. Ну да, меньше вопросов. 10 отзывов от 15 до 25 дней. Чтобы вы тоже это, друзья, понимали. Ну, так, вот так. Мы идем просто на качество, на безопасность. Для нас это основное, самое главное. И опять же, уважайте чужое время, и когда периодически бывает, люди звонят в скайп и по часу вы спрашивают. Мне еще раз говорю, вот да, есть просто такое. Да, есть такие вот условия, есть вот это видео. Вот, если нет желания посмотреть видео, у нас нет желания отвечать. Вот, и по 10 раз одно и то же бессмысленно. Вот, я оставляю свой скайп, мне многие звонят, я пересылаю на Сергея, просто ему помогаю, чтобы была обратная связь лучше. Я отзывами не занимаюсь, просто мы вместе этим занимаемся, у нас как бы в команде Сергей занимается отзывами, вот он уже себе помощника взял. Опять же, не из-за того, что у нас там бомбический доход или там огромный оборот, просто он не справляется. Да, помощник тоже там на копейках, это он просто ему тоже интересно, и он отличный парень, помогает, все тоже. Вот, все это здесь, все это не коммерциализированное, то есть бизнес такой сомнительный, еще раз говорю. Вот, но нас не надо грузить, вот меня просто в последнее время уже бесит ее, мне некоторые сообщения такие дебильные пишут, еще раз говорю. Кого не устраивают условия, просто спросите условия. Так, 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 так. Если интересно... Да, вот мы озвучили условия, да, вот видео. Да. Пожалуйста, посмотрите видео. Я буду сбрасывать ссылки на видео, делите этому видео внимание, ну, время свое. Ничего сложного вроде нет. Никакого, да, там, какого-то... Для меня отзывы, я уже 100 раз говорил, это продвижение. Продвижение, чтобы ваш классный товар продвинулся до индусов, до pay-per-click, да. До всего. Это самое начало, это самое важное, самый старт. Из-за этого это не то, что да, вещь, друзья, это... пожалуйста, вот, кто, у кого там, вот, ну и да, вот есть ребята, которые говорят, Сергей, у меня будет товар через месяц, там, через 3 недели ориентировочно, что от меня требуется? То есть, когда он уже плавно подходит, и так, мол, то есть, человек заранее позаботился о том, хотя бы ориентировочно, как он будет получать первый отзыв. И потом человек уже все подготовил, он говорит, Сергей, уже да, давай попробуем, там, у меня, допустим, есть уже, да, товар на складе, все, мы, да, потому что человек... Как говорится, заранее это все сделать. А бывает тоже, у меня на складе не надо, то есть давай бегом сегодня, на вчера. Я тоже так не могу, друзья, потому что у меня есть обязательства перед теми, кто, с кем я уже работаю. И все бросать, вы тоже поймите, другие люди тоже есть. Но самая главная проблема, это мы ищем людей постоянно. Потому что да, живых людей, да. Они постоянно отток, приток. Никто не рвется за нашими товарами, никому они, к сожалению, не нужны. Если бы мы торговали чем-то действительно ценным и дорогим, то тут очередь бы стояла. На данный момент мы по странам ограничены, у нас получается дешево в Украину с Америки и в Америку. По Европе мы сейчас потихонечку набираем Европу, потому что в этом году однозначно все те люди, с которыми мы работаем, мы сами в любом случае стремимся в Европу. Так же, как мы с Сергеем заранее в октябре этим занялись, и постепенно это нам пригодилось очень сильно. Потому что, еще раз говорю, это самый важный инструмент при старте. Самый важный. В нашу группу по ревью зашли все вообще. Вот все, даже там, я не знаю, не будем их перечислять, все до одного, кто ведет курсы, вот все самые крутые. Вот. По крайней мере, один из их представителей вот есть в группе. То, что мы группу закрыли, я еще раз говорю. Вот. У нас там группа, по ревью, решение проблем, интересные ситуации и так далее. Там не доска объявлений. И когда люди спрашивают, а куда $5 идут? Идут нам в карман, не вам. То есть есть люди, которые выставляли там свои данные и, соответственно, зарабатывали на этом. То есть помимо товара они также зарабатывали. Нам это не интересно. Делайте свою группу, пожалуйста, и там этим занимайтесь. Мы же не против, мы же не мешаем вам. Но нас, грубо говоря, мы, во-первых, это делали для этого, во-вторых, нам надо, мы стараемся консолидировать именно. Было бы у нас сейчас ревью человек 500, хотя бы 500, мы спокойно могли бы переваривать не 10-20 легко, а 50 с натягом, а спокойно могли 50 легко и 100 с натягом сделать. А когда 100 можно раздать, да там никакие индусы не нужны. Там, блин, при органике, при старте, при бусте, там, я не знаю, 3-4 позиции, как делать нечего продвинуть. Просто как делать. Если у вас есть знакомые, родственники, друзья, которым это неинтересно, пожалуйста, Европа, то же самое. Сергей набирает базу постепенно. До Европы пока руки не дошли, но уже есть люди, которым это надо. Да. Вот. Из-за этого нам это интересно, опять же, еще раз говорю, для своих продаж. Потому что, когда этот буст есть, мне проще продвигать. Я занимаюсь продвижением. Я многим людям помогаю в продвижении. Кому-то платно, кому-то бесплатно консультирую. Вот. Из-за этого это очень важная тема. И старт
старт. Кто бы как не любил потом, с пейпер-кликами, все равно отзывы нужны. Если вы отзывы будете получать практически, кто за купоны, они отвалились, они неинтересны. У меня все отзывы за купоны по старым правилам убрали. Их нет, их не существует, все. Через купоны сейчас можно просто двигать товар. На звездочки можно рассчитывать, а здесь и звездочки. Здесь SEO-отзывы, именно SEO-отзывы. Здесь и звездочки, здесь и можно и шоп-лист получить, и виш-лист, если уж там действительно загнаться совсем, и покупки потом делать. Вот, здесь в первую очередь, это естественно у нас отзыв на товар, отзыв на продавца и вопрос. В вопросе вы можете обозначить все проблемные места своего товара, проблемные места своих конкурентов, лучшие преимущества своего товара. В этих вопросах можно выделить вообще все. Просто все. Кто правильно к этому подходит, использует все. Денис вон, Сулимчин, он одними только вопросами поднял свой товар. Не то, что там даже продажный, только одними вопросами. На одном этапе, естественно, в комбинации с другими. Но это очень серьезная вещь и очень большое преимущество, потому что реально я штудирую много заграничных вот этих вещей, у них вообще этого нет. Просто ничего этого нет, потому что у них менталитет другой. У них там настучать там и так далее, и за это просто нереально сделать. В чем у нас проблема с американцами? Все, кто в Америку приехал, не хотят ничего делать. А какую скидку с чего? $6 там, что предлагать? На данный момент, ну, мы даем сейчас... Там Александр пишет лендинг, еще что-то. Ну, мы же тоже, Денис правильно говорит, мы в первую очередь это делали для себя. Да, я сам продвигаю. У меня десятки товаров, которые я продвигаю чужим людям. Ну, то есть, они ко мне обратились, мы их продвигаем. У нас в основном мы с ними работаем. Все остальное это как, ну, так скажем, дополнительно. А скидку... Товар бесплатный, во-первых, идет. Первый момент. Второй момент. Скидку из чего? Ну, доллар там мы даем. То есть мы ревьюируем, помимо товара, периодически еще там доплачиваем. Раньше доплачивали доставку. Раньше, сейчас нет, да. Сейчас, не доплачиваем. То есть мы тоже варьируем, смотрим, что там, как, куда. Потому что все равно это коммерческий проект. Хотелось бы его превратить в коммерческий проект. Но именно не на оценке бешеной, а именно на обороте. Да достаточно с одного отзыва вот, по доллару иметь. Ну, блин, ну нет оборота. Ни оборот нет, ничего нет. А очень много суеты. Постоянно их тоже. Ну, то есть... Ну, проблема в том, что это автоматизировать невозможно. Просто Сергей может за вечер там обработать там, определенное количество. Просто очень много суеты бестолковой. И особенно главное, вот эти люди, которые обращаются, непонятно. Сейчас мы даем каждому ревьюеру по баксу еще. Товар бесплатный и бакс сверху им, я не знаю. То есть для кого это... Сегодняшнего дня уже, да. Да, для кого это важно, ё-моё, что вот бакс сверху будет, ну, блин, вот еще, то есть... Никому товары наши, к сожалению, не нужны. Вот такая ситуация. В Европе там своя специфика. Там тоже в каждой стране туда-сюда доставлять будут, не будут. Мы не знаем, мы разбираемся. Потому что постоянно что-то новое. Вот Сергей сейчас рассказал по поводу того, как новые товары продвигать. Вот, новые товары продвигать. Получается так, что через Инстаграм, например. То есть тоже какие-то нововведения. То есть стараемся. Просто я уже говорил, уже в предыдущих моих видосах рассказывал. Я не знаю, что мы будем делать. Вот... с нашими, так скажем, клонами по поводу отзывов. Но я еще раз говорю, может быть, там быть и проще, может быть, что угодно. Там нет безопасности вообще. Там вероятность бана, просто горите там. Вот, я не знаю, может быть, на днях, если у меня настроение будет, я просто выложу все скрины всех товаров, которые вы там раздаете. И это не для того, чтобы засветить ваш товар. Товары ваши обычные, они никому не интересны. Сейчас на любой сайт зайди, и там то же самое будет. На раздачу любую Facebook-группу. Самый ширпотреб. Но дело не в этом. Дело в том, что это я зашел. Я не покажу, например, там, продавца, не покажу магазин. А любой человек, который зайдет именно заинтересованный, ну, я не знаю, по какой причине, злой может быть, просто злой, не сотрудник Амазона, он спокойно может забанить, просто переходя по этой ссылке, увидев ваш товар и ваш магазин. Вот имейте в виду. Вот там зато автоматизировано, зато там лендинг есть, зато там все дела есть. Да, что там пишут, что-то. А как привлекать? Что вы хотите? Мы еще раз говорим, даем за отзыв $1. Я понимаю, просто как привлечь? Мы этим занимаемся октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца. Вот у нас как было до 50 отзывов. Вот пока я каждый день долбил, у нас росло, 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 росло. Перестаю долбить, все, народ постепенно утекает. Какая заинтересованность? У нас очень модна такая тема. Человеку нужны отзывы. Он там прям, я сейчас вам помогу, вы мне там, а еще классная тема. Давайте я вам, я платить ничего не буду, я вам потом помогу. Уже потом хватит, потом не помогаю.
Вот. И по поводу того, что вот это вот ты мне, я тебе, вот это, блин, ну давайте тогда мы тоже цены поднимем, только для себя будем. Вот эти лайвы там за деньги будем делать, там какие-нибудь там или еще. Блин, ну должно быть какой-то, я не знаю, ну, блин, помощь какая-то, взаимопомощь друг другу, я не знаю. То есть в любом случае бакс получайте, сами организовывайте, будете бакс получать. Наш бизнес, не наш бизнес. Ну, в принципе, еще раз говорю. Почему мы это рассказываем? Потому что в день как минимум 10 вопросов, минимум 10. Из-за этого мы рассказываем, какая есть проблема, и чтобы это более автоматизировать. То есть Сергей больше рассказывать ничего не будет, он отправляет будет на видео. То есть, в принципе, цель это. Мы никого особо-то и не привлекаем. Вот, просто я реально, я считаю, достаточно большом количестве людей помог. И все эти люди, которые это делают, очень многие, помогают нам. Мне в том числе, Сергею в том числе. Потому что мы реально многим помогли. Но если везде только деньги, ну, блин, ну, это чуть-чуть другую историю. То есть это с другими людьми. Вот. Да, поэтому если мы все полезные действия, которые можно сделать на листинге, делаем. Вы поймите, у нас тоже ресурс ограниченный. Это чтобы вы тоже понимали, ребята. Да и деньги проходят через счет один, ё-моё. Кому это надо вообще? Чужие да, деньги. Да, я просто говорю, что и всех тоже охватить. Вот мы идем поэтапно, там взяли, людей помогли, там взяли. Но всех сразу такого не получится. Просто чтобы вы понимали. Ну и к ситуации то, что еще раз говорю. Кто понимает, кто оценил все это со временем, они все это делают заранее. И ситуация да. С тем, что у нас вот как раз эти деньги, бизнес, $1. Просто я, мне кажется, для нормального человека, вот кому я не предлагал $1, все отказывались. Ну, просто, ну, это смешно. При условии, что товар получаешь, ну, и многие товары на Украину тянуть, например, неинтересно. Мы даем американские адреса, то есть вам не надо все обязательно тянуть. Мы даже уже отказались от праймов. Приходится за этого дольше ждать. Потому что мы даем уже там по 3 товара, по 5, чтобы было $50. Один раз прокачал, уже можно будет понемножку брать. А, нет, $50 это каждый раз, чтобы доставка была быстрее. Вот. Да. Из-за этого мы тоже работаем, как бы, объем растет. Хотим как бы сделать как лучше. Вот, еще раз говорю, из-за этого, если кому интересно, обращайтесь, набираем, и вам это интересно, вы увидите товаров, ну не то, что ваших конкурентов, но просто для интереса. Вам будет интересно, мне кажется. Мне интересно иногда бывает. Хотя я реально столько прогнал, я уже не смотрю. Но раньше, когда мы начинали, ну, было интересно. Вот, но бывают другие моменты, помимо этого. То, что в любом случае, бывают реально ценные товары, прям очень ценные. То есть там... 50-70 долларов. То есть люди и такие товары сдают. Деваться-то куда? Естественно, мы их не забираем, их не перевозим. То есть в любом случае да, товар вот остается. Да, человек говорил, из 800 проданных единиц товара он получил 2 настоящих отзыва. Из 800 единиц. Ну вот, об этом поэтому... разговор. Так что такой... просто общаемся. Так, вариант вам дают своих друзей ревьюер и за карду ревью получать отзыв фри. Ну, не знаю, тут в любом случае надо общаться, эти друзья, не друзья, делать не в том, что там отзыв, там, они там... Ладно, будем рассматривать в любом случае разные варианты, потому что я еще раз говорю, проблема в другом. Многие предлагают такие варианты. Основная масса предлагает таким макаром, значит. Мне сейчас приперло нужны отзывы. Я, значит, прикину, ой, бабло жалко. Аж 10 отзывов получится, считай, $70. Могу понять человека. Он не считает, как раньше это делалось, что там за один Томасон $100 в месяц платили просто так, просто за абонентку. Вот, ну ладно, $70, так прикинул, это за $10. А у меня сейчас вот ученики, я всем говорю, надо от 10 до 15% это вкидывать. Ну, то есть в идеале, чтобы продвинуться и без индусов, и без всего. То есть для старта это вообще круто, кто может позволить себе 10%, то есть заложили уже бюджет. И получается, если там, например, 500 товаров, то есть 50 штук, 50 на 7, это $350. То есть это, считай, индусам заплатить. Как минимум раз. И, значит, ну и все. А такие вот у нас ушлые товарищи, которые вот это самое, всех там хотят. И получается, давайте я сейчас, вот сейчас, я говорю, вот как сейчас начнешь, поработаешь годочек, тогда и будем разговор вести. А сейчас вот в общую очередь встал и работай. Захочешь, сам получишь свой товар бесплатно. Потому что уже надоело вот это вот, я говорю. Потому что кто качели придумывает, они в основном вот так и работают. А все, кто долго и нормально нам помогает, это те люди, которые понимают, что они нам помогают, и они в любой момент могут к нам обратиться. Ну, кто этого не понимает, ну, понятно. Кто с нас хочет бабки получить, мы, естественно, и с них тоже так же. Вот, в принципе, и все.
Нет, нет, я понимаю, да. Александр, я понимаю, что вы просто советуете, я тут и разговор нет. Просто я говорю, у нас уже опыт, есть тоже диалог, да. И положительный, и отрицательный, вот, из-за этого, тут еще раз говорю, должен быть какой-то порядок, автоматизация, мы из-за этого видео сняли для того, чтобы быстро посмотрел человек, все понял, что надо сделать, запустился. Хотя бы до середины, грубо говоря, да, как процедура, как это все происходит. Да, да, потому что мы вначале об этом рассказывали, а сейчас мы просто пытаемся как-то пообщаться, да и все. Ну, я думаю, достаточно. В принципе, все понятно. Такой неочередной прямой эфир. В любом случае, будем такие лайвы закидывать. Очень удобно, чем через YouTube мучиться. Все равно там несколько человек тусанулось, посмотрели на нас. Вот, наверное, услышали. Аж 40 человек сейчас слушает. Вообще супер. Вот, так что, если у вас есть друзья, желающие помочь, реально, вы себе поможете просто на будущее. Вот, ну, так что, в принципе, вот так. Чем лаконичнее будет составлено ваше задание, тем будет проще и вам, и нам. Это, да, тоже как многие, ну, это немаловажный момент. Ну, я думаю, все. Всем удачи, всем пока. Спасибо, да. Пока. Да, пока-пока.